Так, значит, смотрите. Показывайте школу. Я так давно хотел в нее попасть. Да. В этом году мы постарались в срок закончить капитальный ремонт школы для того, чтобы она получила очередное дыхание. Лицей 85 лет, как здесь указано в справке. С 66 года она стала школой номер 5. Фишка нашей школы, что ли, не знаю, как сказать точнее, что постепенно формировался коллектив, и ребята, которые оканчивали школу, заканчивали, они фактически, часть из них приходила сюда и работала в кружках, работала с детьми. Несмотря на то, что у нас физико-математический лицей, все-таки у нас тоже мы и победители различных олимпиад по русскому литературе. В общем, все. То есть ребята, которые владеют физикой и математикой, они в порядке с гуманитарными науками. Да. Тоже отличница. Андрей Евгеньевич, привет. Вы сегодня пятерку получила. Вы брат, да? Да, я старший. Да, он старший, это мальчик. Да. Но двое на физтехе учатся, и Филипп вот. Очень мы заинтересованы, чтобы вузы делали практические работы, экспериментальные работы, участвовали в экспериментах. Можно получать за эти гранты по внедрению каких-то прорывных технологий. Очень приятно, что большое количество компаний приходит в физтех и размещают такую работу, которая позволяет и зарабатывать деньги, и применять свои знания, и понимать, наверное, это самое главное, что ты востребован, что ты нужен.